Несмотря на пасмурную погоду, на стадионе собрались более чем полсотни человек. Тренер по теннису Сергей Давыдович личным примером показывает своим воспитанникам, как держать себя в форме. Кроме того, он считает, что норма ГТО – это отличная возможность проверить свои силы и подготовиться к дальнейшим спортивным испытаниям. Чтобы мы в будущей жизни учились преодолевать те сложности, которые нас будут сопутствовать в этой жизни, потому что, сдавая ГТО, тут есть виды, где нужно потерпеть, соответственно, пробежаться, где-то вырваться, а где-то снова потерпеть. Ну и то же самое происходит в жизни, наверное. То есть мы где-то терпим, где-то вырываемся, где-то за кем-то идем, а где-то вырываемся вперед. Достойно сдают. Я уже не раз отмечала, что люди у нас спортивные, достойно сдают, все молодцы. Я думаю, после завершения зимнего фестиваля у нас будет не только бронза и серебро, но очень достаточно много золотых знаков. За сдачу каждого норматива участнику присуждаются баллы. В течение недели судейская коллегия подведет итоги комплекса, а награждение спортсменов состоится в начале апреля на Театральной площади.